Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Елена Смирнова, я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре проект по заработку криптомонеты Tron, называется ход 3x. Регистрация, делаю все в режиме онлайн по мобильному телефону или цифры похожие на мобильный телефон. Прописываем пароль. Повторяем пароль. Тут security пароль, но я прописывал один и тот же. Вводим буквенную капчу. Буквенную. Нажимаем зарегистрироваться. Прошел у меня пароль и тот, и тот. Значит, здесь у нас появляется табличка и говорится о проекте. Можно перевести на русский язык и прочесть. Минимальный депозит здесь от 5 трон. Это на майнере. Значит, что? Телеграм-сервис, телеграм-группа, веб-сайт и еще что-то. Значит, здесь таких вообще, что я хочу сказать для тех, кто не знает. Два вида заработка в таких вот аналогичных проектах. Все вы заметили, что я увлеклась такими проектами. И у меня реально есть доход, и я в плюсе. Значит, первый заработок это майнинг. В майнинг вклад бессрочный. Сколько работает проект, столько я и зарабатываю, получаю доход ежедневно. Я депонированные деньги, вернее монеты 3x с майнинга, вывести не могу. Я получаю только определенный процент с майнера. То есть трейдинг 8,7%. Это в данном проекте. Это первый вид заработка. Понимаем, да? Второй вид заработка, друзья, это инвестиции. Значит, смотрите, вот здесь на главной страничке или обычно вот здесь посередине. В каждом проекте по-разному. Значит, цикл на один день. Один день под 9,50%. 9,50%. Вы вкладываете. Если это по желанию. Я здесь не принимаю участия. Здесь вы возвращаете и свой депозит с процентом. Второй. Вот как бы также на один день. Здесь свои лимиты под 14%. Тоже видите, один день. Ну вот, даже переключилось. Значит, и вот под 14%, да, я кликнула. Значит, здесь вот вы кликаете и смотрите. Есть свои лимиты. Здесь минималка. Вот под 14%. 2000 3x выходит. Максимум 10 тысяч. На один день под 14%. И кликаете инвестировать и так далее. Там уже я не знаю как. Далее. На один день под 19%. Опять же, тут свой лимит. Это второй вид заработка. Я здесь не работаю. Я работаю только на майнере. Вот. Понимаем, два вида заработка. Но тем не менее, как ни крути, это инвестиционный проект, так как мы вкладываем свои денежные средства. Так, давайте я сразу сделаю депозит. Так как депозит обрабатывается, там какое-то время надо. Вот вкладочка «Депозит».
5000 3x — это вычислительная мощность, типа бонус идет нам. И я кликаю депозит. И вот на майнере трансфер то базик я выбираю. И минимум депозит от 5000 3x — это на майнере. И по нарастающей. Хотите хоть миллион. Я без фанатизма, так как я понимаю, что это инвестиционный проект и где я нахожусь. Кстати, забыла сказать, стартовал этот проект сегодня, 5 апреля. Здесь дается адрес кошелька, куда нужно перевести монетки, и QR-код для телефона. Я копирую адрес, он автоматически копируется. Перехожу в кошелек. Можно пополнять с любого кошелька, хоть с Pyra, хоть с биржи Binance, это уже откуда хотите. Прописала адрес. Как я уже сказала, я работаю на майнере. Я закину 10 монет. Вот эти 10 монет я вывести обратно не смогу. Я буду получать только с него процент. Проверяю. 10 монет отправились. И вот кликаю обязательно вот на эту вкладочку красную, то, что я сделала депозит. Теперь будем ожидать депозит. Поняли, да? Два вида заработка. Это майнинг и депозиты. Я работаю, друзья, на майнере. Далее, следующая вкладочка «Share» – «Поделиться». Находится наша реферальная ссылочка и также QR-код для телефона. Я кликаю, и ссылочка автоматически копируется. Переходим в кабинет. 10 монет уже мои поступили. Далее. Вкладочка «Вывод» чуть позже выведем. Здесь кликаем у нас PDF. Это можно ознакомиться, документы, ну и все такое. Так, команда. 3 уровня, партнерская программа. Инвест ордер у меня нет, так как я в инвестициях не участвую. Если бы я участвовала, у меня что-то там отображалось бы, правильно? Трансфер то базик. С промо-аккаунта, если у вас будут монетки, можно переводить на базик аккаунт и тем самым увеличивать свой доход. Так, далее. Share — это реферальная ссылочка, я вам уже показывала. Далее идет уведомление, как бы новости, администрация и выход. Давайте теперь сделаем вывод моих монет. Кликаю «Вывод». И ежедневный мой лимит вывода 0.87 монет я буду выводить раз в 24 часа. Есть промо-аккаунт. Нет, здесь без лимита. Если у вас здесь что-то будет. Ну а с базик аккаунта из своих инвестированных 10 монет мой ежедневный лимит 0.87. Ставлю 0.87. Кликаю. Ставлю точку. Иду в кошелек. Копирую адрес. И вставляю адрес. Сюда прописываю пароль. Сейчас я посмотрю, отображается пароль или нет. Потому что есть, где отображается, а есть, где не отображается. Мой пароль не отображается. И кликаю «Вывод». Окей. Все. Теперь идем на кошелек и посмотрим, пришли монетки или как.
Монетки пока не поступили. Подождем, когда монетки поступят. И после я продолжу. Буквально там секунд 2-3 монетки я проверила. И на кошельке плюс 0.87 TRX вступила на кошелек. Не забываем, друзья, о рисках. Я никого не принуждаю вкладывать. Боже избави. Мне лично нравятся такие проекты. Я делюсь с вами. Ну а так, дело хозяйское, как говорится. Здесь язык. О, даже русский есть, друзья. Можно кликнуть. И будет все на русском языке. Вот. Такой вот проект. Не забываем о рисках. Это интернет и всякое может быть, так как это инвестиции. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!